Всем привет, ребята, вы на канале Чепелев Плей, и мы продолжаем своими один во тьме. Так, ну мы получили свою комбинацию от этого замочка, мы решили свою головоломку с плитками в котельной. И мы переместились сейчас на данный момент, так понимаю, воспоминания Джереми. Нам открылась дверь, идем, типа, в общем, будем выгребать. Мне что-то кажется, будет очень страшно. Двери не открываются, ну его нахер. Ёб твою мать. Очередное воспоминание. Так, не нравятся мне его воспоминания. Они жуткие и там очень страшно. Немного монстров. Так и знал, все сработает. Ты неплохо справляешься, Карби. Может быть, это от раз не слишком. Что, плохо, что ли? Или что? Не успел прочитать. Так, то что патроны, заебись. Охуеть. Какое-то кладбище. Бля, жуть какая-то. Ой, блядь. Только всегда карты здесь нету, это ж воспоминания. Что-то написано. Семейный скрип-карт, вот видно, мы это имели и имеет куда более глубокие корни в Новом Орлеане, чем мне казалось. Я-то думал, что она Янки вроде того. Так, жду жутко, блин. Давай сюда хоть сходим. Бля, ну действительно, нету что это. Да, нету. Карты нету. Now, what do we got here? Это что-то пуст. Короче, какой-то медальон. Явно что-то не хватает. Крутилочка какая-то. Так, явно она где-то здесь, в склепе в каком-нибудь. Пизда страшно тут. Ебать. Так. Кирпич. Можешь краситься. Если шо. Блин, может я просто зря, короче, патроны так трачу налево-направо. Я пробовал как-то по стелсу, не сильно у меня получается на самом деле. Ага, тут все. Блять! Так, ну 3 патрона не хватает. Не пойму, блин. То ли не стали сильней. Раньше хватало. Так, а чё, блин? Мне теперь с этим делать? Мне даже на табличка какая-то. А вот, не может быть вот у него, видишь, на шейке эта хуятина, вон. Благословление, ключевой предмет. Там не было этой хуйни. Так, надо его наверх. Got it. Есть, хорошо. Так, у меня есть этот что-то? А мне кайло нету. Не, пусть будет. Ух ты, сука. Ух ты, сука! Ой, блядь, какая здоровая хуятина! Собака. Ну, по крайней мере, 2 патрона на него хватило. Здоровяка. Сразу, а вот же ж было этот коктейль Молотова.
Надо было оббежать его, кинуть в него. Ну, я с ним знал. Хер с ним. Так, тут что-то есть полезное мне? Патроны, патроны. Пистолетные. Не густо, но и не пусто. Как говорится. Надо все исследовать. Каждый патрончик на счету. Опа. Джереми нарисовал это часовню в своем блокноте. Значит, она чем-то важна. Кажется, мне не хватает медальонов. Их-то три надо. Понял? Их тут три. Не думаю, что у меня все-таки... Я понял, мне надо их три штуки. Так, я отсюда же пришел, правильно? Бляха. Да. Или нет? Сука, можно заблудиться. А может и нихуя. Закрыто. По-моему, там были ворота. Я через ворота прошел. Правильно? Или нихуя? Через дырку про... Ладно, похуй, идем сюда, значит. Еще два... Ва, ебать! Ты дурак. Так, бутылочка с лекарством, заебись. Чуть-чуть патронов. Так, они там шастают, я видел, вдалеке. Надо очень аккуратно. Вон оно ходит, сука. Ух ты, пидорасина. Просто их много здесь, понял? Блять, как же его захуярить так, чтобы меня не уебало. Сука. Ну где ты? Я постараюсь как-то сильно не привлекать себе внимание. Видишь, оно пошло. Все, оно пошло нахер. Пиздуй. Да, давай, давай, ебашь. Так, так. Это что, кирпич, нахуй? Сука, кирпич это говно. Кирпич это говно. Блин, я максимально не хочу патроны тратить, честно говоря. Постараемся как-то вот... Блять. Это что, тоже? Все, пизда, дурак. Да, ладно. По-тупому как-то вышло, ну ладно. Такое бывает. Хотел по стелсу пройти, не получилось. Сделал фигню, как говорится. Ну да ладно. Проще будет назад вернуться. Ну да. Тут просто везде кирпичи, если было бы что-нибудь получше. Вот где одни кирпичи. Тут дохуя просто. Ой, блядь, вон оно.
чем мне показалось. Мне показалось. Вон, ой, блядь, вас как много. Ой, это хуёвое дело. Нам все равно накидывает патронов. Ой-о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 й. Да хуй там. Он сзади сейчас на меня уебет. Пизда мне. Пизда мне, блядь. Пизда мне, блядь! Нет, не пизда. Не, не пизда. Я, блядь, проебался. Хорош, красавчик. Не получилось у вас у меня. Завалено. Фу, удрал. Так, немножко сэкономил патрон, потому что ну вообще капец какой-то будет. Так, а тут что-то есть? Не, ничего нет. Сейчас везде буду краситься. Вот, видишь, коктейль Молотова с бутылками. Вот эта тема вообще охуенная. А чё, подожди, как? Ну, не понял. Ладно. Я думал, она рабочая. Бля, где они? Нихера не пойму. Ну видите, что-то кряхтит, блядь. Ебать. Я хоть туда иду. Так, надо лечиться. Я зря не лечусь. Мне нужны патроны и лечилки. Ебать, их сколько много. Это пиздец. Ебать! Ой, меня такое еще не хуярило. Ой, ой, что за баг? Вообще конкретно. Ладно, подожди, сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все будет. It's blocked. А, ну отсюда, понял. Нормально, пойдет. Не так далеко, в принципе, не так близко, ну, что-то посерединке. Личинка, кстати, что-то оно ползает. Червячки. Фу, потекло, блин. Какая гадость. Стрёмная. Это другой, получается? Или тот, что с подвала вылез? Я чё-то нихерона не пойму. Если то, что с подвала, это, конечно, шляпа. Блять, это тоже было. Бутылка.
там еще есть, заебись, блядь. Вот она. Так, знамение еще один есть. Осталось один. Я так понимаю, мне надо вообще уйти теперь отсюда. Ух ты, сука. Давай, давай, я тебя убивать не стану. Пошел ты в срак. Ой, да. Вот это хочу кувалду. Я, наверное, думаю, у них, в принципе, урон одинаковый, но, тем не менее, для прикола можно взять, попробовать помахать кувалдой. Это выход наверх. Так, по всей видимости, это да. Куча крыс. Фу, какие мерзкие. Твари. Патроны. Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ах ты, ебать, вот еще один. I'm all out of bullets. Ой, боже. Фу. Получилось. Суки. Пидорасы. Ну вы гандёныши. Я чуть не обосрался. Так, это у нас получается. Да, по здоровью, в принципе, плюс-минус нормально. Потому что патронов на дробовике нету. Печально. Ну там вот эти личинки, я бы их не смог, короче, со пистолета всех завалить. Пистолеты это такие для обычных. Так, смотри, две штучки у нас есть. А, тут еще надо специально вот так вот, чтобы типа с барельефы сопоставились. Понял. Так? Нихуя, да? Вот так? А! Их еще местами можно менять. Ебать копать. Да ты шо? Ебать копать, да? Все, понял. Ничего сложного. Каждым разом воспоминать Джереми становится все хуже и хуже и страшнее, блядь. Ебать костей, пиздец, риску как. Ебать. Жестяк. Какой-то конкретный склеп. Страшно. Валить отсюда нахрен надо. Это сволочь. Ах ты, блядь! Сзади! Сзади! Ох ты, ёпта! Ох ты, ё! Все, 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 надо валить! Ебать, это бесполезная трата. Я понял. Понял, надо просто бежать! Надо просто бежать! Почему я не могу бежать? Карл, Эдвард. Давай, Эдвард, давай, мужик! Давай, я тебя прошу. Только немножко нажать надо на тапок. Все, завалило. Ну я же тебе говорю, тут бесполезно было от них валить. Ой, ну их валить. Их до хрена было. Только бежать. Жуть. Напиточек бахнуть. Все, личинок больше нету. Так, самогонка закончилась у нас. Это хреново. Жертвоприношение, еще один этот медальон. Теперь мы можем идти назад туда и открыть, как говорится. Открыть.
Thank God that's over. Да, хвала небесам, я уже здесь. Подожди. Так, я хоть сюда иду? Да, вроде бы, как бы, да. Это где-то здесь должно быть. Вот, вот эта залупа. Так а почему... Ну ладно, черт с ним. Неважно, не имеет значения. Надо еще понять, куда что вставать. Совать. Может быть, смотри, вот это охуятина. Смотри, сейчас. Вот это. Ее вот сюда надо. Вот так. А эти... Залупы. Да ну, блядь, ты си... Вот так, смотри. Да не сюда ж ты, блядь, ты гонишь. Вот. А это покрутить. Вот так правильно. Неужели я вышел с... Воспоминания. А кто это, подожди? Кассандра, что ли? Не понял. Кто это? Please don't touch her. Пожалуйста, не трогайте ее. Jeremy. Джереми, что вы здесь делаете? Вас все ищут. Я знаю, вокруг царит хаос, никто не понимает. Я просто пытаюсь содержать это в узде. Еще и хотя бы ненадолго. Вам все отвернутся со мной. Ваша племянница ждет вас в Дерсета. Дерсета. Эмили? Но зачем она? Мое письмо. Я сделаю все только хуже. Что происходит, Джереми? Как все это вообще возможно? Я дал слово кому-то ужасному. Темный человек. Кто он? Не-не-не-не. Не произносите его имя. Он слышит. Он всегда слушает. Джереми. Я хочу понять, что происходит. И я пообещал ему все. Когда взойдет солнце, я останусь прикован с цепями к его засыпанном пустынном храме навечно. Но хотя бы зло, что пробуждается от Десерта, не причинит вреда никому за пределами этого проклятого места. Джереми, вы бредите, я хочу вам помочь. Вы не можете ничего сделать. А что насчет Трейлы? Зачем вы хотели продать? Я не могу, нельзя. Но вы хотели, я могу туда попасть. Скажите, там я сумею разорвать пакт, забрать данное слово, или есть что-то сможет помочь? Зачем вы вселяете мне надежду? Это жестоко. Хорошо, значит, мы на верном пути. И что же мне? Вернее, берите сзади! Бегите, не дайте ему забрать вас! Офигеть. А, и смотри, она здесь лежит. Это Перосси. Я думаю, это комната Перосси. И она здесь теперь лежит. Что, труп, короче, да? А, подсказка. Мое все. В последнее время я повидал столько странного. Воспоминания становятся реальностью, а потом угасают, будто оставшие нити стеклянной колбы. Пейзажи снов, что упали со звезд и утонули в море. Двери, что вдруг и ниоткуда одновременно повсюду. Все эти размышления навевают мысли о том, что вы каким-то образом нашли непонятный мне способ оставаться в живых. Так же, как я научился ориентироваться с помощью своего талисмана, ваши обширные сознания, возможно, показали вам способ. Способ снова найти меня. Может быть, Таралоа? С любовью, Джереми. Таруэли. Таруэли. Оказывается, не Таралоа, а Таруэли. Ну, неважно. Хорошо. Ключ от багажа. Как интересно. Где такой-то сундук? Откройте морской сундук, Джереми. Это, наверное, в комнате у него, скорее всего. She's dead. Мертва.
Неважно, как именно она умерла, вид у нее умиротворенный. Это Пироси. Так, это я в комнате Пироси нахожусь, да, 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 да. Пирози. Окей, комната, а где ж багаж этот, бац, этот рот, нахрен. Так, это можно к комнату Джереми сходить, в гостевая, в комнату Лотти. Парадный зал, тут все закрыто теперь. А, да, давай, короче, сходим в комнату Джереми, может быть, у него там что-то есть, это очень рядом совсем. Совсем рядышком, близко отсюда вам, да, идем, сходим. Ой, опять что-то тут есть, да? А тут теперь пули. Так, мне нравится это. Что спавнится, типа, предметики в сундучках. Значит, может быть, что-то еще мы можем найти. А, комната Батиста, комната Джереми Харту. Да, это следующая, через одну. Ну, посмотрим, может быть, это здесь этот сундук морской. Как он говорит. Вот это он. Так, и что тут внутри? Линза Барлоу, ключевой предмет. Ага. Это типа линза для телескопа Барлоу. Да. Это значит, надо... Линза телескопа... К чему же еще было забирать? Гостевую нам с тобой надо хренячить. Джереми нашел способ попасть в Тарлоу, но ему позволено было войти глубоко внутрь зал, но чтобы переступить порог для него невозможно. Джереми надеялся, что Пироси отправляется вместо него... Сожжет ту библиотеку дотла, чтобы он смог начать все сначала, но не вышло. У Пироси были свои проблемы, свои собственные демоны. И однажды она без предупреждения умерла. Так, держа в руках линзу телескопа, Карнби догадывается, что это такое, по меньшей мере, часть ключа к тому раю, который Джереми так отчаянно жаждал увидеть. Заинтригованный тем, что может найти, но с нетерпением ждал возможности применить линзу. Понятно. То есть нам все равно какой-то путь покажет. А, нам гостевая. Гостевая это у нас на, не наверху, на этажом ниже. Это то бишь мне надо с тобой идти. Сейчас на лестницу, это прямо через комнату. Да, так, прям. Так, и вот сюда. И по лестнице на... Это вниз получается, да. Вниз же, правильно? Даже сейчас я посмотрю. Да, этажом ниже гостевая. Все супер. Да. Вот сюда, куда-то. Нет, это комната этой дурочки. А гостевая с другой стороны, через библиотеку надо идти. Да. Через библиотеку и туда. Так, вот этот телескоп. Давай попробуем линзу. Ну что, регулирование вас со штаба и фокуса. Ёб твою мать. А как это все работает? А, так это вот так двигать, да? Фокусное расстояние можно вот так. Это лево-право. Это... Ага, вот так, да? О! И вверх-вниз. Есть! Меня куда-то перекинуло с помощью телескопа. Да ладно. Вот это прикол. Путешествие. Нихера себе. Тут я еще должен тоже созвездие собирать. Ну хорошо. Давай подумаем. Тут просто такой же бардак. Ну сейчас, сейчас ладно. Сейчас пробуем тогда. Так, это сюда. Так, ее тоже можно крутить, не? Я просто перемещаю. Перемещать, хорошо, это уже легче. Что просто перемещать фрагменты, не крутить. Так, стоп. Так, да, вот. Это сюда. А не надо их крутить? Вот я вот так вот, оп. Нет, нихера, АДС, да, все так, только так. О, вот сюда, да.
Так, это значит вот сюда. Есть. 941 пароль, от чего непонятно. Хорошо. А, все понятно. Сейчас сам наберет и телепортирует. Ох, что это сам по себе набрал какой-то номер и указывает путь другому воспоминанию. То где же это оно? Интересно. Чего? Я так... Понял, ты... Another world seeping into так, просчитать что-то другой мир, быть может, отчасть таинственной Тараэлы. Талисман показал, что ворота откроются в обеденном зале. Тишо, это просто типа было для воспоминания? Обеденный зал. Так, подожди, где обеденный зал? Давайте искать обеденный зал. Как интересно, такие развязочки начинаются интереснее. Так, гараж, огород, не то. Обеденный зал. Апартаменты доктора Грея, не то. Гостиница. Гостиная. Обеденный зал. Мезонин. Кассандра, туалет, не то. Чердак. А где обеденный зал? Может, в гостиную он имел в виду? Не, ну если обеденный зал, то обеденный зал. Комната Лотти. Может, тут просто неправильно назвали, гостиная. А там обеденный зал. А нет, вот, есть обеденный зал. Хорошо, смотри, ну пишет, что откроется в обеденный зал. Дверь. Сама по себе? Ну, пусть с тобой. Пошли. А вдруг? А вдруг и получится? Так, судя по всему, если я сейчас пойду... Вот сюда. И на то... Ага, понял. Так. Ну-ну, посмотрим. Это если за лестницей обеденный зал. Нихуя там не открыто. Че вы меня обманываете? Может, через парадный надо зайти, попробовать? А как мне туда добраться? Через... А, понял. Парадный это вниз, это низ. Это через мезонин, надо через ту край. О, господи, я понял. Через верх идти. Да, это через верх надо идти, все понял. Это идем через верх. Там запутано просто немножко. Ну так-то так. Так, закрыто пока что. Так, вот этот мезонин, да, чего, блин. Мне надо вниз попасть. Вот сюда. Вот. Так, и по идее должно было открыться парадный. Вот я в парадном. Обеденный зал это вот этот. То бишь, короче, мне надо вот туда идти, да? Вот сюда. Так, сейчас пошастаю сначала по этим. Оп, хорошо. Вот это оно. Да. Гниль сюда добралась. Так, подсказка. Об обыденности зла. Почитает нам ответный... Чак. Почитает там нравственность и суровая... Непочтительность, беспечные мысли освещены безразличие, но не зверя вини, коим были когда-то. Говори о котором наука столь часто и не злых, не частицы, что грехами полны. Ведь вы сами стоите и ухмылки видны. Отбрось все свои намерения благие. На них мы воздвигаем обеты годные, гордыни.
Уедините без солнца, за напуганным светом исследуют. Пророки уверенность ничего не станет, ведают, как услышишь меня, и мы отмечены все потому, что должны быть они в темноте. Блять, какой-то бред, честно говоря. Это подсказка, это полный бред. Пизда, ты слышишь? Что-то рычит. Не нравится мне это нихуя. Так, я сейчас открою вот эту дверку, которая была закрыта в обеденном зале. Так, теперь тут разблокировано, да? Тут, короче, тупо какая-то подсказка дана, но я ничего, я не понимаю. Но талисман показал, что ворота откроются в обеденном зале. Сертор прочитает другой мир, быть может, часть таинственного Тарвуэлы. Это хуйни, короче. Слышишь, оно рычит. А, во! Глава 3. Понял? Получается, это двери открылись. С другой стороны, я почитал подсказку. Ой, это что за такое? Это прошлое вообще. Все зелено, красиво. I'm glad to see you, mate. Рад видеть, что вы добрались. Меня терзали сомнения, что вы вселили старика. I guess this must be Тарвуэлы. Что это Тарвуэлы? Вы кто? Who are you? My name is Juan Luis Jorge. Меня Хуан Луис Хорхе. На самом деле монастырь Тарвуэлы. Прошу меня простить, но Ереми не упоминал вашего имени. Меня зовут Эдвард Карнби. Я частный детектив. Вы ведь не пациент, верно? Нет, я автор книги, которая однажды показалась Ереми. Как это работает? Вы тоже часть воспоминания? Это вообще воспоминания? Полагаю, будет как более верным считать меня, да и монастырь Тарвуэлы, воплощение подсознания Ереми. Я тот, с кем Ереми никогда не встречался, мы все вместе никогда не бывал. Ладно, вы здесь, чтобы меня направить на путь, что ли? У меня нет цели, я просто существую. Конечно же, я буду рад вам помочь, если смогу. Раз вы в каком-то смысле есть Ереми, то зачем мне он хочет попасть сюда? Он ведь и так отчасти здесь. Ереми хотел пойти сюда, потому что это место образа спокойствия его разума. Когда доктор Грей попросил его сосредоточиться во время сеанса, Ереми предстал эту единственную обитель. Он верит, что если сумеет добраться до физически, то обретет абсолютный покой, вовсе не духовно. Вознесся духовно. Но вы не думаете? Ереми понимает, что это всего лишь мечта, он не может быть попасть сюда. Пускай темный человек и связан десерта с умом Ереми, это попросту невозможно. Но я здесь. Безусловно, жаль, что для вас, детектив, это всего лишь очередное место. В противном случае, вы бы стали Буддой. Всегда на вторых ролях, а никогда на первых, да? Полагаю, что да, придется вам искать просветление в другом месте. Так что теперь, что мне здесь делать? Отыщите библиотеку к обители и попробуйте узнать правду о том, что связывает Ереми и темного человека. Он подавляет эти знания, потому что стоит в состоянии их обдумать. Это поможет понять, как разбить, возможно. По меньшей мере, вам будет сказать Ереми. Почему вы сами и не расскажете? Мне подобные вещи неведомы. Для ответов на такие вопросы лучше вам изучить работу доктора Фрейда. Нет, спасибо, ненавижу мозгоправов. Вам следует знать в библиотеке кое-что еще. Он тоже здесь. Темный человек уже долгое время изучает это тексты. Очень, очень долгое время. Он здесь? Как мне мимо него пройти? Будь осторожен, детектив. Да уж, просто отлично. Так, ищите ответы в большой библиотеке Тарвуэлы.
Ладно, ребят, давайте на этом месте закончим. Мы попали в Таруэлу, как говорится. В следующей серии обязательно пойдем пошарим в библиотеке, найдем тайный текст и поймем, как же разрушить этот, в общем, договор между Темным и Джереми, чтобы эта вся херня закончилась. Всем спасибо, кто меня смотрит, подписывайтесь, ребятушки. До новых встреч, всем пока.